на больших экранах кинособытий года нападение 15-метрового слага-монстра. Путь от кафетерии обратно оказался тернистей, чем я ожидал. К счастью, у меня есть достаточное количество припасов. Смотреть фильм без попкорна скучно. Да ты что, Корт? Тут просто потрясно. Согласна. Гигантский экран, убийственный звук пещеры Сноуденс, просто отпад. Даже несмотря на ледниковых монстров. Ледниковых монстров? Кто это, парни, которые подают мороженое в кафешке? Ледниковые монстры — это хищники, которые обитают в этой пещере. Отлично, потому что это снимает все вопросы. Расслабься, брат, сейчас зима, и они впали в спячку. Наконец-то. Да, дорога была длинной и напряженной, но вот вам дары, добытые пронто. Увы, ввиду того, что путешествие было таким долгим и напряженным, я был вынужден проглотить большую часть даров. А я буду вынужден поглотить тебя, если ты не принесешь мне мой попкорн. О нет, друг мой, ты не сможешь преодолеть этот путь. Только кроту под силу преодолеть коварные дебри на пути к закусочной. Только мне! Фильм начинается! Что ж, наконец-то. Только ты и я. И что-то я не припомню, остался у меня один слаг или два. Да ладно! Невозможно так держать бластер! Траектория будет неправильной! Шш. Ты будешь учить Макса Джексона стрелять? Он ведь звезда мирового масштаба! Ни одному режиссеру не удавалось заставить его делать то, что ему нужно. Держу пари, у тебя бы это получилось. Да уж, только одно дело снимать видео для Флаг Сити, и другое — работать со звездой такого масштаба. Но однажды, не знаю когда и как, мое кино окажется на большом экране. Эй, ты экран мне загораживаешь. Я паркуюсь где хочу. А сейчас я хочу припарковаться на этом месте. Эй, нельзя ли потише? Я тут кино смотрю. Банда? Команда Шейна? Что ж, кажется, нам без бойни не обойтись. Лактерра. Послушай, Билли. Приключения в пещере Сноуденс. Давай не будем портить просмотр всем остальным. Идиот. Как насчет того, чтобы испортить его только вам? Но последи, чтобы девчонка с камерой все засняла. Я хочу, чтобы все видели, как банда надает Шейна. Билли, мы не можем устраивать здесь бой. Кто-то может пострадать. И этот кто-то. Ты! О нет, кажется, Пронто пропустил самое интересное в фильме. В чем твоя проблема? После нашей последней встречи доктор Блэк нас уволил из-за тебя. Так я оказал вам услугу. Корт! Спасибо. С тобой покончено, Джексон. С тобой покончено, Шейн. Что ты делаешь? Видишь эти трещины? Нас погребет под этой горой льда, если эта штуковина обрушится. Ха! Съешь слага, Шейн! Хватит! Нельзя продолжать, Билли! Если эта стена обрушится, нам всем конец! Я тебе говорил, я не отступлю, пока не одержу верх. Так что, если хочешь сдаться, прекрасно.
Хорошо, я сдаюсь. Дуэль окончена, да? Ты победил. Вы это видели? Я круче всех! Я победил Шейна! Ты что, не слышал, что сказал Илай? Конечно, слышал! Он сказал, я сдаюсь! Приятель, мы здесь все сгинем! Эти трещины нарушили структурную целостность ледника. Возможно, все обойдется, только если... Да, вероятно, нет нужды заканчивать это предложение. Кажется, с зимней спячкой покончено. Итак, что Пронто пропустил? Пронто! Да, я знаю, звук впечатляет. И мне никто не сказал, что это кино способно передавать запахи, а спецэффекты просто невероятные даже без очков. Осторожно! Что? Ребята, нет! Ледник этого не выдержит! У нас большие проблемы! Ты прав! У нас и правда большие проблемы! Эй, ты! Да, я разговариваю с тобой! Кажется, ему не по душе игра Макса Джексона. Бежим! Ну же, испытай меня! Что случилось с фильмом? Процесс окончен. Выход там. Все выходите. Поспешите. Вы последние. Выходите! На что он надеялся? Вперед! Куда это вы собрались? Ты что, никогда не отступишь? Это вы отступаете, не забыла? Поэтому я устроил небольшой пит-стоп перед тем, как выбраться отсюда. Дай мне! Hey! У тебя доказательство, что моя банда одолела команду Шейна. Когда я выложу это в Slack-сеть, все увидят. Что, Элай остановил дуэль, чтобы защитить людей? О, только посмотрите на него. Он спасает парня, пока ты просиживаешь тут штаны, как ленивый флоппер. Направь камеру на меня. Я покажу, кто здесь крутой. Что делать? От выстрелов слагами он сделался еще больше. Надо проявить изобретательность. Хорошая новость. Теперь мы знаем, что не просто стреляем. Все, что злит, делает его больше. И это хорошая новость. Запрыгивай. Надо отсюда сматываться. Это в духе Шейна, удирать с поля боя. Стой, нет! Что ты делаешь? Доказывает, что он круче, чем ты. Да, он и правда преуспел в том, чтобы сделать монстра еще больше. Большинство слагов способны только разозлить монстра. Вам его не утихомирить из колыбельной Слайрен-слага. Слайрен-слага? И где можно раздобыть такого? О, есть целое гнездо в глубине логова ледникового монстра. Беги! Мы его задержим! Это его задержит! Вперед! Ты снимаешь, подруга? Каждое мгновение. Я хочу, чтобы все видели, как банда смогла задать этому чудищу, в то время как Элайн Шейн струсил, как девчонка. О, это потрясающе. Надо же! Мы в ловушке! Вход завалило! Все из-за тебя! О чем ты говоришь? Я тут единственный пытаюсь нас спасти! В укрытие! Все в кафетерий! Мы
Нам нужен Слайрон Слаг! У нас не будет времени его найти, если не золотаем ледник. Он треснет, тогда разрушится вся пещера. Тем больше у нас причин уносить ноги. Ладно, Бронта может вырыть туннель, но ему нужна помощь. Все, что вам нужно делать, сидеть тихо. Вы мне мешаете. Ничего не получится. Ты должен послушать. Ну да, конечно. Я так и кинулся плясать под твою душу. Видите? Пусть бегут. Может, они отвлекут ненадолго монстра. Я пойду за Слайрон Слагом. Вы позаботьтесь об остальном. Что это? Нам придется вскарабкаться наверх. Она такая грязная. Эй, мисс Кинооператор, смотри сюда! Ковбой на Родео! Перестань! Ты же его провоцируешь! Да! Мне бы не пришлось это делать, если бы ты забралась сюда и сняла меня! Живыми нам отсюда не выбраться, так ведь? Не знаю, почему мне так захотелось спать. Спасибо, Барби. Все дело в этой... мелодии. Слайронсы, пошли. Эй, привет. Дружок, нужна твоя помощь. Ладно, отлично. Проснулся. А? У меня ощущение, что у них самое время завтрака. То же самое! Я совсем не то хотел сказать. Ты сняла на камеру? Прямо как Макс Джексон, да? Хватит уже реветь! Жалко, что он не актер. Мы бы заставили его делать то, что нам нужно. Да, если бы у нас был режиссер. Да, нам повезло. Он у нас есть. Вот это точно в духе Макса Джексона. Да, я знаю. Должна признать, это твое. Камера тебя любит. Это просто нельзя не заснять. Разве что? Скажи, что? Кое-что никак не монтируется. Вас ведь трое против одного монстра. А ты был в такой передряге? Раз 100. А я 101.
кого-либо. Ну уж нет. Макс Джексон всегда действует один. Вот именно. Твои друзья отвлекают на себя внимание. Я не могу сконцентрироваться на тебе. Пусть они идут копать туннели, латать эти трещины. Это твой звездный час. Да! Я звезда, а не они. Эй, салаги, слушайте сюда. Очкарик, ты идешь за синим громилой. Будешь заделывать трещины. Коротышка, ты делай то, что делает этот крот. Актеры, играй на их самолюбии и никогда не прогадаешь. Эй ты, ледяная морда! Думаешь, ты крутой? Сейчас ты схлопочешь по ней вот этим и развалишься на куске! Понял? Разлетишься на миллион льдинок! Ты же ледниковый монстр! Эту фишку с крутым парнем я усвоил. Да, разве что крутые парни обычно побеждают. И что мне делать? Понял. Я выпущу в него побольше слагов. Нет, от этого он станет еще больше. Так что лучше забудь об этом. Если мне нельзя стрелять, что же мне делать? Не знаю. А что бы Макс Джексон сделал? Ты шутишь? Это же классика кинематографа. Возьми попкорн. Стань попкорном. У меня есть идея получше. Разделаю с ним с помощью Рамстоун Слага. Нет! Нам конец. Трикси! Мы спасены! Не, первый раз ты была права. Нам конец. У него Сларен Слаг. Стреляй! Не могу! У меня только один! Ладно. Гоним монстров в кучу, и тогда он сразит их всех одним выстрелом. Ха, конечно. Илаю достанется вся слава. А что достанется мне? Как насчет того, чтобы выбраться отсюда живыми? Билли, стой! Скорее! В киноаппаратную! Нельзя использовать Слайрен Слага для монстров. Половина из них носится за Билли. Нам на руку. Заставим играть его снова. Эй, куда же вы? Это всего лишь пятитонный монстр-людоед! Скорей же, Трикси! Эй ты, ледяная морда! Думаешь, ты крутой? Сейчас ты схлопочешь по ней вот этим и развалишься на куски! Ты это видел? Я победил! Я пошел Шейна! Посмотри на меня! Я просто суперзвезда! Давай, Шейн, струсил! Даже Макс Джексон не смог бы сделать лучше. Пронто смог бы. Но я был занят более важным заданием по расчистке выхода, которое я с блеском выполнил. Так вышло, ну? Ледник мы залатали. Он теперь крепче камня. Эй, и один из твоих фильмов показали на большом экране. Да,
Сдается мне, у нас теперь есть настоящий кинорежиссер. Спасибо, но в следующий раз я бы предпочла другой актерский состав. Да, что ж, я совсем без сил, как и мои слаги. Хорошо, что все закончилось. Еще не закончилось! Ха, да ладно тебе, Билли! Все кончено, мы вывели из строя монстров! Это вовсе не твоя заслуга. Я был на экране. Вы все видели, что произошло. Благодаря мне чудища собрались в кучу. Так что скажите спасибо мне. Все увидят, что я сделал. И никто не посмеет сказать, что команда Шейна круче моей банды. Так что дай мне сюда камеру, если не хочешь, чтобы я с вами расправился. Без проблем, Билли. Но не хватает только одного кадра. Чтобы было совсем круто. Банда на фоне повергнутых монстров. Ну, хоть у одного из вас есть мозги. Пошли, ребята. Сними меня с лучшего ракурса. А, да что уж там. У меня любой ракурс лучший. Постой. Что это со мной такое? А знаешь... Возможно, это твоя лучшая работа. Ага. Жду не дождусь, когда смогу выложить это в Slack-сеть. И снято! Slackterra. Автор идеи Азар Фипке. Режиссер Джонни Даррелл. Автор сценария Роб Ходжи и Скотт Зонеборн. Исполнительные продюсеры Азаб Фипке, Чак Джонсон, Кен Фейер, Роб Ходжи. Художники Энди Пун, Брэд Бин, Дерек Ток. Композитор Брайан Карсон. На русский язык фильм дублирован в 2013 году. Слушай, Билли, приключения в пещере Сноуданс. Давай не будем портить просмотр всем остальным. Идиот! Как насчет того, чтобы испортить его только вам? Но последи, чтобы девчонка с камерой все засняла. Я хочу, чтобы все видели, как банда надает Шейну. Билли, мы не можем устраивать здесь бой. Кто-то может пострадать. И этот кто-то. Ты! Нет, кажется, Пронто пропустил самое интересное в фильме. В чем твоя проблема? После нашей последней встречи доктор Блэк нас уволил из-за тебя. Так я оказал вам услугу. Порт! Спасибо. С тобой покончено, Джексон. С тобой покончено, Шейн. Что ты делаешь? Видишь эти трещины? Нас погребет под этой горой льда, если эта штуковина обрушится. Ха! Съешь слага, Шейн! Хватит! Нельзя продолжать, Билли! Если эта стена обрушится, нам всем конец! Я тебе говорил, я не отступлю, пока не одержу верх. Так что, если хочешь сдаться, прекрасно. Стой! Ладно! Хорошо, я сдаюсь. Дуэль окончена, да? Ты победил! Вы это видели? Я круче всех! Что это? Нам придется вскарабкаться наверх. Она такая грязная. Эй, мисс Кинооператор, смотри сюда! Ковбой на Родео! Перестань! Ты
же его провоцируешь! Да! Мне бы не пришлось это делать, если бы ты забралась сюда и сняла меня! Я... Живыми нам отсюда не выбраться, так ведь? Не знаю, почему мне так захотелось спать. Спасибо, Барби. Все дело в этой мелодии. Слайеронсы, пошли. Привет! Дружок, нужна твоя помощь. Ладно, отлично, проснулся. У меня ощущение, что у них самое время завтрака. То же самое. Хорошая новость. Теперь мы знаем, что не просто стреляем. Все, что злит, делает его больше. И это хорошая новость. Запрыгивай. Надо отсюда сматываться. Это в духе Шейна. Удирать с поля боя. Стой, нет! Что ты делаешь? Доказывает, что он круче, чем ты. Да, он и правда преуспел в том, чтобы сделать монстра еще больше. Большинство слагов способны только разозлить монстра. Вам его не утихомирить из колыбельной Слайерн-слага. Слайерн-слага? И где можно раздобыть такого? О, есть целое гнездо в глубине логова ледникового монстра. Беги, мы его задержим. Это его задержит. Вперед! Ты снимаешь, подруга? Каждое мгновение. Я хочу, чтобы все видели, как банда смогла задать этому чудищу, в то время как Элайн Шейн струсил, как девчонка. О, это потрясающе. Надо же! Мы в ловушке! Вход завалило! Все из-за тебя! О чем ты говоришь? Я тут единственный пытаюсь нас спасти! В укрытие! Все в кафетерий! Нам нужен Слайерн-слаг! У нас не будет времени его найти, если не залатаем ледник. Он треснет, тогда разрушится вся пещера. Тем больше у нас причин уносить ноги. Ладно, Бронта может вырыть туннель, но ему нужна помощь. Все, что вам нужно делать, сидеть тихо. Вы мне мешаете. Ничего не получится. Ты должен послушать. Ну да, конечно. Я так и кинулся плясать под твою доску. Видите? Пусть бегут. Может, они отвлекут ненадолго монстра. Я пойду за Слайерн-слагом. Вы позаботьтесь об остальном.
Я победил Шейна! Ты что, не слышал, что сказал Илай? Конечно, слышал! Он сказал, я сдаюсь! Приятель, мы здесь все сгинем. Эти трещины нарушили структурную целостность ледника. Возможно, все обойдется, только если... Да, вероятно, нет нужды заканчивать это предложение. Кажется, с зимней спячкой покончено. Итак, что Пронто пропустил? Пронто! Да, я знаю, звук впечатляет. И мне никто не сказал, что это кино способно передавать запахи, а спецэффекты просто невероятные даже без очков. Осторожно! Что? Ребята, нет! Ледник этого не выдержит! У нас большие проблемы! Ты прав. У нас и правда большие проблемы. Эй, ты! Да, я разговариваю с тобой. Ха, кажется, ему не по душе игра Макса Джексона. Бежим! Ну же, испытай меня! Что случилось с фильмом? Процесс окончен. Выход там. Все выходите. Поспешите. Вы последние. Выходите. На что он надеялся? Вперед! Куда это вы собрались? Ты что, никогда не отступишь? Это вы отступаете, не забыла? Поэтому я устроил небольшой пит-стоп перед тем, как выбраться отсюда. Дай мне! Hey! У тебя доказательство, что моя банда одолела команду Шейна. Когда я выложу это в Slack-сеть, все увидят. Что, Элай остановил дуэль, чтобы защитить людей? О, только посмотрите на него. Он спасает парня, пока ты просиживаешь тут штаны, как ленивый флоппер. Направь камеру на меня. Я покажу, кто здесь крутой. Что делать? От выстрелов слагами он сделался еще больше. Надо проявить изобретательность. На больших экранах кинособытий года нападение 15-метрового слага-монстра. Путь от кафетерии обратно оказался тернистей, чем я ожидал. К счастью, у меня есть достаточное количество припасов. Смотреть фильм без попкорна скучно. Да ты что, Корт? Тут просто потрясно. Согласна. Гигантский экран, убийственный звук, пещера Сноуденс просто отпад! Даже несмотря на ледниковых монстров. Ледниковых монстров? Кто это? Парни, которые подают мороженое в кафешке? Ледниковые монстры — это хищники, которые обитают в этой пещере. Отлично, потому что это снимает все вопросы. Расслабься, брат, сейчас зима, и они впали в спячку. Наконец-то! Да, дорога была длинной и напряженной, но вот вам дары, добытые Пронто. Увы, ввиду того, что путешествие было таким долгим и напряженным, я был вынужден проглотить большую часть даров. А я буду вынужден поглотить тебя, если ты не принесешь мне мой попкорн. О, нет, друг мой, ты не сможешь преодолеть этот путь. Только кроту под силу преодолеть коварные дебри на пути к закусочной. Только мне. Фильм начинается. Что ж, наконец-то. Только ты и я. И что-то я не припомню, остался у меня один слаг или два. Да ладно! Невозможно так держать бластер! Траектория будет неправильной! Шш. Ты будешь учить Макса Джексона стрелять? Он ведь звезда мирового масштаба!
Ни одному режиссеру не удавалось заставить его делать то, что ему нужно. Держу пари, у тебя бы это получилось. Да уж, только одно дело снимать видео для Флаг Сити, и другое работать со звездой такого масштаба. Но однажды, не знаю когда и как, мое кино окажется на большом экране. Эй! Ты экран мне загораживаешь! Я паркуюсь где хочу! А сейчас я хочу припарковаться на этом месте! Эй, нельзя ли потише? Я тут кино смотрю! Банда? Команда Шейна? Что ж, кажется, нам без бойни не обойтись.